Дорогие мужчины, в преддверии праздника 8 марта я вас научу, как правильно заваривать иван-чай. На чайник такого размера вам потребуется 2 столовых ложки высококачественного иван-чая. Перед тем, как вы положите иван-чай в чайник, вам непременно надо ошпарить чайник кипятком. После этого мы кладем туда чай, ошпариваем кипятком и сливаем эту воду. После этого мы уже заливаем чайник кипятком до его середины. Ожидаем 1 минуту и доливаем воду до конца. Если мы завариваем листовой иван-чай, то нам надо чайник утеплить и подождать 15 минут. Если иван-чай гранулированный, то чай будет готов в течение 5 минут. Посмотрите, какой праздничный, ароматный напиток получился у нас сегодня. С праздником вас, дорогие женщины!